на собрание спринг-инструктор хила, и пришлось ханту ауру подрубить на резист, чтобы не умирать от хуя. Арт, это трайли уже этого калагарна? Не, только подошли. Мы два раза вайпнулись на собрание. Угу. Короче, две тактики на него есть. Значит... Да я уже объясню тактику, попытаемся по моей, возможно. Ну давай. Просто через правую руку сыграть. Я объясню типа тактику чисто через правую, левую скипать и трэш отводить влево, и все. Да, все правильно. Если что, ДЦшника спекните, если не будете вывозить. Сейчас посмотрим. А, стамину дай, пожалуйста. Стамины нет на мне. Рога, а что там у тебя? Все. Все готовы. Пули. На пулы. Хант на пол не забывай. Пау, ты пул затенчи. Да, я думал, Пау знает это, но ладно. Руки танчи не надо. Видите, не успели чуть-чуть добить, 15% взяло этого, половина. Сейчас руку развалит. Не стойте, пожалуйста, под этим. Отбегайте сразу. Все, Варов отвел, и РДД заливает трэш мелкий. Мельки все это время в это, просто в тело. Ага, я понял. Сам же на свою это попался. Встанешь, да? Нигер, да. Баф и иннер. Иннер, иннер, пантифекс, ага. В руку свечно бы. Ну, кстати, да, в десятке стаков нету. Да, отлично. А, я думал, у меня пинг, я нашел бегать, да. У меня пинг. Ага, опять. Правую руку все свич. Не, ты не бегай, видишь, он за другим человеком идет. Ты бей, бей руку. ДБМ орет. Ну и что, что он орет? А, вот пошло расслабление, правда. Все свечности в правую руку, все мильки тоже уже чешли. Он тебя не заденет, бей. Там радиус 3 метра. Все мильки отошли, но отошли только, отошли, сейчас на трэш будет. Тайфун дашь, там откинешь. На хантера пошел этот осколок. РДД трэш, сова трэш, задрулю трэш, трэш, трэш. Ждал, пока нагрит. Ну на другом, на ком-то взгляд. У нас херлих два было, ладно. Два глаза. Надо выбить один. На хантера кто будет резать? Сколько у вас друидов много? Да блин, это ДБМ-ка. Вар сдох, блять. Ну мобов-то добить. Не падаем, не забиваю. Там хуйня оставалась добить. Ну типа есть еще тактика. Ну там у танка ДД спек хуёвый, да? Типа в одного... 208. Типа в одного танка, танчит вар, допустим. Этот... Ретрик дамажит. И бить, короче, тупо тело. Вот. И
штук убить, там 100 тысяч надо нанести, чтобы человека отпустило. Только это надо прямо увидеть, что его выкинуло, и уже тело потом снова бить. Вот это попроще тактика будет. Ну, по идее. Ну, тогда назначить условно Фонтана, то, чтобы он бил в соло руку. Нет, 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 она задушит. Типа, нужно ее всем свичнуться. Там, ну, это же не личкинговский шмот. Нужно именно всем, чтобы они... Там это, они так, они секунд 10 будут бить, если все будут свичиться, и милики, РДД. И да, вот, и будет... Нужно. Да, там 100 тысяч. Там плюс еще поглощение есть какое-то количество. Вот, они 100 тысяч нанесут дамага без поглощения и выпускают человека, и дальше тело. Ну и там, допустим, по процентам смотреть. Если сильно много ДПС, то на 15, на 20% можно руку свечить, добить. У него минус 15% и добить босса. Или на 35 где-то процентах вторую руку подбить и убить две руки одновременно. Вот это будет единственный шанс. То есть, ну, а здесь с двумя танками это просто на выживание игра как бы. Тоже можно, но, блядь, вот без этих тупых смертей. Как-то. Ясно, ну, мне. Либо, если вы спекните ДЦшника, вам будет еще проще. То есть все так же, два танка, так же убьете мобов, только ДЦшника спекнуть. Вы просто жить будете лучше намного. Ну, это сразу. Ну, будет, конечно, дольше, но нам типа не надо там особо ощевы и прочее. Да. Пускай ДЦ спекается. Пускай спекай себя зарыл, и вам будет проще. Просто вы его убьете. У него, ну, до берсы дохуища времени, вы убьете просто. Да, ДЦ спекайся, я отойду в уборную. Ну, по факту мы сейчас вейпнулись, у нас умер хант, и не было катка. Вот все. Был бы каток, я бы их просто раскатил, как в первый раз. Вот так меня мобы загрызли. Но тебе... Ну, каток не каток, но я не знаю, типа, по ХП тоже смотри, прожимочку отдавай, потому я что... Я прожимочки отдал по очереди, катка не было, их кайтить, ну, типа, не успевают заливать или что, по времени... Да, и имейте в виду, сколько у вас РДД, две совы, звездопадики, оставьте именно на мобов, то есть отдайте, вот руку убили, ну, хотя, если вы по этой будете продолжать, именно на мобов, вот сколько у вас там, скажите, кто у вас РДД, две совы и кто еще? ШП и хант. ШП нету, ДЦ есть. Хант и две совы, это все, да? То есть хант ставит помимо ледяной еще ловушку какую-то там взрывную есть, там с червями, еще там что. Две совы и звездопадика ставит. И вот именно два звездопадика и две грозы должны загрызть мобов. Очень хорошо. Плюс хант, град, стрел. Вот. Будет замечательно. Вот именно на взрыв руки оставьте звездопадик. Нормально будет. Можно даже, в принципе, сколько там отказ звездопада? 2 минуты, да? Минута. 2 минуты. Минута. Ну, в принципе, каждую минуту примерно у нас правая рука убивается. Угу. Так что можно сразу оба отдавать. Я даже сказал бы, под первую руку отдавать не стоит, потому что я дам герус пула. Тогда просто под вторую руку сразу отдадите. Ну, смотрите. И со второй руки женщины ты. Давайте пробуйте. Сейчас, надеюсь, по хилу лучше будет. Дайте, пожалуйста, все бафы есть. Сейчас похаваю рыбку свою. Если бы ты был хотя бы 210-й, было бы вообще охуенно все. Ну, надо еще хотя бы один раз ходить в Макс. Попить там Т-10 хотя бы, если что было. Уже было бы шикарно. Ну, сотворщик на готовность тогда. Рога, ты тут? Все есть. На поле не забывайте разбойник хант, обязательно сразу полдина. Все, его. Да, погнали. Гуляйте. Все, ни одного на поле не вижу почему-то. Все, оба есть, хорошо. Так, а как их убила? Шаг вперед сделал, летел не сверху, не знал. Ранжевиков мало в рейндж-зоне, походу. Ну танк, да? Не, танк упал. Он упал? Он да, упал вниз. Забежал просто в пузо ему. Нормально, что, будем знать теперь. Ладно, я, когда делали прожарку мобов, сказали, типа, вот эта пати идите там, вот эта пати там, а эта пати станьте возле краешка. Все поняли, блядь. Я подошел к краешку со своей пати,
не рассчитал, но там есть типа барьер, как ну, в нормальных, адекватных подземельях. Там никуда нету, упал, я все прожарку лежал снизу. Мертвый. Но мне тупо повезло, что оно не что меня засчитывало. Я так и не вкурил. У вас сейчас два танка или один? Два. Два счет. А на боссе кто стоит, пал? Да, боссе, да, на мэйне пал. Ага. И тут еще такой прикольчик был. Я даже не знал, что здесь можно упасть, на самом деле. Может. Никогда не подходил близко. Ну что, век живи, век жизнь. Контента 13 лет. Пора учить его. Некоторые люди первый раз играют. Ну тогда не стоит. Два месяца играют. Такие, как я. Мы, короче, убили Фрею с Хадиром. Мимирона почти убили, но там очко просто. Люди путаются на этом, на лазерном. Анимация лазеров в одну сторону, а спина в другой стороне. Надо за спиной стоять. И путаются. Ты про обстрел или что? Да, обстрел. Я тоже всегда путался там. Пизда. Да ничего, сейчас пройдем. Где у... Как в Доте, да? Висп, есть такой герой. Вот, где у Виспа спина, да? Такой же, нахуй, этот Мимирон. Подходите все, где вы там? Чё захиливаетесь? Где? Время же идет. У вас еще кошатница, еще Фрею легко убить. Ходора легко убить. Ну, я думаю, что мы на этих, на всяких, типа, Мимирона, вот этих, не пойдем уже. Ну, смотрите там, сами. Там за рыбу что-то пишут. Дай кому-нибудь право... гильдбанка нету, я гильдбанк потратил. У кого-то должен быть еще гильдбанк. Я могу поставить. Вот. Дай кому-то права, чтобы можно было поставить рыбу взять в этом. В ГБ. Сейчас. Сейчас я вам доеду, в первую ячейку перекину. Нашел пока кнопку, нажимаю, смотрю, уже два стоит. Справа сверху первая ячейка, возьмите, кто может ставить. Я возьму, я поставлю. Так. И нет, не могу. Сука, не хватает, оказывается. Перепутал. Передай, затролю. Сова. С другим шаманом перепутал. Так. Я не могу это использовать. Сука, 425, я думал 350 кто-то говорил. Давайте, следующий кто? Ну кого, кулинарка? Давайте, отцепляйтесь, блядь. У меня 408. А 225. 425 надо минимум, чтобы ставить рыбу. У кого есть кулинар? Так, у кого есть бока чернорога? 30. Кулинары собрались. Ладно, давайте уже без рыбы. Время идет уже. Да. Погнали. Да нет, не погнали. У вас 3 хила сейчас, это же жить как боди просто. Нормально, я на хилах типа раздал этот, который на СПД повышает, лосося. Типа я в ГБ взял лосося, сделал, и кому надо раздаю. Давайте, там, вы базарите, там, короче, да. Я посмотрю. О! На вас. Ладно, давай еще расчек на пул, пожалуйста, и будем ебать. У нас, в принципе, я вижу все бабы уже на месте. Именно лапка каска прелест есть. Резист и прочее есть. Все, я сейчас ставлю здесь тему. И РДД желательно можете стать даже не прямо вот по центру, можете стать чуть-чуть правее, вот где-то на этой линии. Чтобы если случится на вас агресса моб, можно было подкинуть там тайфуном. Как с Хантом было, Хант умер, потому что на него моб пошел. То есть вы там уже все серьезные ситуации ощутили.
Да, не, ну и кучки, конечно, рассосаться, потому что два глаза, это все. Ну все, пуля тогда танк. Но пуля не забывай на него. Не упади, пожалуйста. Уже за километр стою. Да, все, два на пуле есть, отлично. Вливайте себе правую руку, не забывайте. Так, опа, глаз на мне. Бежал. На 10, на 5, на 10% хп в руки милики уже отходите чуть назад. Ближе к туловищу. Так, глаз пошел на кого-то. На меня, кажется. Хан Дексик, конечно, там стоял в культочке. Ничему жизнь не учит. Все, РДЗ все заливает трэш. Каток лежит, отлично. Геру я забыл дать. Ладно, рука появится. Я дам Геру. Так, мне этот. Лучше 5. Мать. Издевается. Нет, не на мне. Все, рука появилась, я даю Геру. Вливайте. Учитывая, что на циркуле взгляд не работал, здесь все охуенно работает. Бля, знаешь, я так смотрю, лучше бы не работало. Хотя бы с недельку не поработало бы, чтобы люди привыкли к другим механикам, а потом уже взгляд подключать. Каждую неделю обнова, каждую новый фунт вводят. Правую руку сейчас пишите, забывайте. Взгляд. Смотрите, там. На хулипаре. Ты руку добиваем, нет? Да, правую руку добиваем обязательно. Да. Все, отошли все от мелкого трэша, совы, старфолы. Хан, просто беги. Так, трэш, после того, как трэш добиваете, я сразу дам гимна ману. Ой, как там, как убило. За друида, пожалуйста, рейс на другого друида. Гимн. Да, ставлю тотем гимн. Конечно, сначала надо было БР, да, для того, чтобы залить потом этому. Ладно. БР, пожалуйста, его. Все хорошо. Правую руку вливайтесь. Правую свечитесь. Милики. Видите правую руку, сразу свечитесь. Так, взгляд пошел на кого? Сколько процентов на у меня. Босса? 42. У босса 42%. Пробуйте до 30 туловища и две руки добить, типа вторую тоже подбить. Так красиво будет. Типа до 30, до 32, 33 и две руки одновременно. Взгляд, смотрим. Ну пробуйте, так проще будет. Не ебнул. Вправо руку. Сколько у босса? Сколько у босса? 40%. Ну, пробуйте. Или что, будете разбивать? Так, ДЦ с хрипалом попотеть немножко. Ман, нет уже минералов. Иннер залей, если есть. Нету в КД. Я смотрю.
пару секунд хватит на флаг хилить. Ну, единственный шанс две руки убить одновременно. Только у босса, чтобы 33-32 было процента. Так, взгляд. Тайфуном откинь. Не надо сразу подходить близко. Мне повезло вару на него, и трэш, и взгляд. Ты ничего не сдох. Все смертные игроки, да. В принципе, маны хватает, поэтому можно бить по-нормальному. Че процентов босса 19, и у той 19% руки? Босса. До 15 босса и вторую руку. И все. До 15 главного, ну, босса. Вайда, слушайте, возьмем. Сейчас добьете трэш? До 15 боссов? Чуть-чуть еще. 16% на боссе. Все, тупо в руку. Взгляд, тупо осторожно. В правую, в левую руку. Которая справа. Все, тупо руку, и он упадет у вас. Эту фуловую не бейте, туда бейте, и все. Она у вас подбитая, по-моему, да? Да, у меня 2%. Но. Все, сейчас он умрет. Где там заклеивали? Взгляд, осторожно. Ну, все убили. Ну, кошатница. Что он кинул меня? Ресните. На кошатнице. У вас вар же есть? Вар есть. Вар, по-моему, делал. Вар будет босса, а второй паладин танк. Он будет кошка. Ай, короче, я вас арестовать не буду. Да, уже арестую. Слышишь, Арти? Я уже вижу. Самая опасная фигня — это две кошки с пула их убить. С пула с Герой идите желательно, если у вас есть она. Этот. Значит, две кошки сначала убить, потом этот под мордой всем стоять в одной метке, потом луч из черного луча кошка выйдет, ее станить надо по очереди, не все станы одновременно, а по очереди. Первый, допустим, протопал, второй там вар. А ты прокашатель сейчас, да? А? Прокашатель сейчас. Да, прокашатель. Вот. Ну и когда мало хп у дикого защитника есть, вот эти, которые 9 ресаются, надо уже заранее отходить, то есть на его месте будет лужа. Ну, вар позбивает косты, то есть ярость берсерка на себя повешает, вар знает. И удар часового позбивает. Всем остальным просто под морду сбегаться, с черной лужи выходить, маленький трэш уешится и так. Ну и что еще? Блять. И все. Просто с пула самое очко будет. Я даже не знаю. Так смотри. С пула один просто отводит кошку подальше, чтобы, ну, не вместе стояли. Нет, ну, типа, нет, их зергать. Нет. Их зергать надо. Да пока будет, ну, можно? Это понятно, это я Гера с пула даю, зергаю сразу двух этих. Да. Двух кошек этих. Видишь, так. В чем проблема? Он их будет разводить, это все понятно. Просто они будут это прыгать. То есть, что ты их разведешь, что не разведешь, их просто надо бить. Всем в одной точке стоять. Ну, оставайтесь так же, как есть, три хила, чтобы считывать до пула и потом еще считывать. Потому что кошки, они будут прыгать по людям. По ним надо станы отдавать и под Гера именно две кошки забивать. Они вот сильно будут ДПС. Сам босс не бьет нихуя. Вот, дайте пристабав я каски по друидам. Заколупаете нормально. А, так, а друида ждем еще? А, друид сам умный, он вообще в самом впереди. Все. Бля, слушай, извиня, я лутанул. Я чуть не подумал, что здесь так все это. Я сейчас скажу, что там упало. Там упали на Рошаму тапки. Да, и плечи латные на танка. Заебись, чё. Я что-то вообще протупил, типа, вижу сундук. А у паладина танк мейн или тут все равно в десятке? Мейн. Что ты имеешь в виду танк мейн? Это кто спрашивал? Это вар спрашивал. Спек мейн или нет, или про что-то? Да, спек у вас какой мейн, ретрик или... Ой, да я не помню, вроде протопал я был. Я протопал один, а мне ретрик паладин. Да, ну ретри, потому что в
всем танкам нужно как бы стараться делать ДД-спеки, потому что ситуации разные бывают, 25-ки, мало ли что. Там да. Смотри, просто, если ты за плечи хочешь, тогда пускай, ну, рани генерал, а у этого... Да мне не горит, надо забирать. Генерал, если ты не забирает, просто я спрашиваю, потому что нам как ролить, на мейн нидить или на оба спека? Скорее на мейн, я и не трогал ничего другого. В десятке типа так, если ты ролишь на тот спек, которым идешь, то ролишь на тот, который идешь. Нет? Не так? Ну, смотрите, разберитесь. Здесь нет ЕПГП. Нету, да. Я так Опа. Понял. Я так понял вайп, да? Да, 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 да. Вот то, что я тебе Войд рассказывал, мы вот тут стояли mm-hmm. все, и кошки, короче, вообще не сагрились. Не знаю, в чем хуйня, но потом и лут не выпал. Так что такой себе способ. Ну да. Нечего всякие баги смотреть, блядь. Я не знаю, я за пуга рейд был. Мне сказали стать вот туда, я вот туда встал. Эй, блядь, пуги дебилы еще те, блядь. Там танк я же вижу не умерший, да? Все. Прикол, я этого большого толкать могу. Вот этого большого поаккуратней сагрите как-то, убейте, чтобы там босса ждать. Так, я сейчас наушники сменю, у меня зарядка на этих села. Две минуты. Я починю сюда, завоните меня там. Стой, стой, тут ванжа есть. Вот, ко мне. Турбо так. Там довольный сидит, блядь. Эршам 200-й хилит лучше всех, да? Смотри, что будет, когда он оденется, там пиздец будет. Ну, не, ну на собрании мы нахилили, ну поначалу там было плюс-минус одинаково, потом, когда уже один крип остался, то, конечно, хули пал вперед пошел. Ну, понятно. Я включил микрофон. Но я, если честно, уже много шмоток сменил. Ты завтра будешь? Завтра четверг у нас, да. Надо, чтоб ты 25-ку накс прошел. Я еще меня четверо. А, да, буду завтра буду, да. Я поэтому просто вспоминаю по универу, что у меня какие там дни, какое расписание. Да, завтра у меня с утра экзамен, после обеда свободен. Я завтра, если что-то, с 8 только буду. Сука, на форуме хохла, блядь. Вы бьете, нет? Крипа. А, на форуме, прикинь, этот, спойлер, типа, ну кто убил Хадира, там, 25 гер, то ли X2, то ли что. Тут вообще, ну, в скобочках пишет кто сообщение, там, ГМ или кто. Тут вообще только у 23 из 25, еще двое из 25 удалили персонажа. И такой в скобочках, что у вас происходит, блядь? Норм. О, погоди, а на X2 там разве, ну, не этот? Там тоже у льда патч? Да, просто апнутая ХП, урон. А. Там, по-моему, уже гер у льда есть, если я правильно понял. И в этой Герульде там сейчас последних 4 или 5 апдейтов на понижение урона всех на свете. Там тех на 20, тех на 30%. Там походу вообще жесть какая-то. Анбаф. Ладно, баф, если. А Вар знает, что делать, да? На защитнике этом. Да, знаю. Алло, кому котлету дать? Сосисок уже мало осталось, котлеты теперь раздаю.
Я раздам копченый вот этот лосось. А кому эта рыба надо? Мужики мясо едят. Два раза больше дает. 2,5 раза больше дает. Без медведя. Ну смотрите, там босс сам идет. Ловил. Босс идет уже, давайте проверяйтесь. Так, все бабки, в принципе, есть, блин. Эта тетка получается как вот это с чертов молнии. С пула убить двух кошек. С пула убить двух кошек сначала. Я с пула геру, да, чтобы кошек убить побыстрее. Да. Значит, максимальные сейвы, дубовые кожи, всю хуйню. Да, и не забывайте стоять, пока мы стоим под мордой босса. Не разбегаться, стоять вместе. Кошки будут прыгать, хуй задамажите их. Кошек все. Сразу звездопад всю хуйню отдавай. И дубовую, если будет пробивать. Сначала одну бейте спокойно, потом вторую. Так проще. Они друг друга апают, когда рядом находятся. Толста нам передает стан прото-паладин по среднему защитнику. Потом дает. Так, блядь, забыл какой-то. Под морду вставайте все. Не сбоку, под морду. И в одну точку. Поверни ее носовую. Поверни на рейд. Не надо на пещеру поворачивать. Вот. Виск, вот эта хуйня делится. Луч, из луча кошка. Первый стан протопал по ней. Стан. Фулл ДПС в кошку. Есть стан. Второй стан вар. Идет после этого, дают стан... И таунти на себя. Задрулю он не должен бить. Вас и таунти эту кошку на себя. Сбить каст. Часового сбить. Кошку добить. Возвращайтесь под ноги. Ты видел, здесь тотем антифера работает? Тотем убивает кошку, если что, переставлять надо будет. Стоят. Лужа отошли. Вышли быстро, быстро. Под ноги босса. Никуда попало, а под ноги, сука, вернулись. Дунет ультразвуком, убьет. Там 100 тысяч урона на 10 человек делится по 10 тысяч. Все, и это будет повторяться просто по кругу. Следующая кошка протопал появится из трупа этой кошки. Так что посматривай на лужу. Появилась, смотри, внимание, стан, фулл ДПС по ней. Всех захиливаем, щитуем, дубовую кожу. В страхе должна прожиматься. И под, и возвращайся. Прист может диспел давать. Тут, понятно, стан не сбили, каст не сбили. Сорян, у меня что-то ДБМ меня наебал. Тут сейчас типа будет крик, я раз берсерка прожал, и проебал. И проебал. Я под крик без этого, без да, берсерка. Да, понятно. Ну вот теперь по факту прожимай, готовься. ДБМ, да, он такой, наебывает. Не надо, в поле у нас два хила, типа, в принципе, все неплохо. Че, да, бьетесь, он в ШП? Вернуло в лужу, вот это класс, романтика. Ну, кстати, еще больше от этого. Кстати, в отличие от циркуля, здесь фер скидывается этим тотемом антифера. Да, скидывается. Потому что хорошо. Тут много чего хорошо от циркуля. Циркуль вообще помойка ебаная. Не, я имею в виду, ну, типа, я не говорю, что... Это лучше для нас, да. Что-то там не работает, что-то здесь. Но я не знаю, как дизлайк должно быть. В этом моменте здесь приятно. Да близлайк должны тотемы работать, но это же фир, блять, обычный фир. Просто что он периодически снимает. Потому что практически, да, там полтора секунды сейчас снял. Тут надо диспелить, типа вот прист на себя антифир кидает, и он не скидывается, по-моему. Попробую зарил кинуть на себя. Вроде он не должен удаляться, я не знаю, или пофиксили уже. И типа ты не зафирился, и ты диспелишь со всех, чтобы они вот по 5 секунд не бегали, где попало. В принципе, убьете. Давайте фастбаф. Смотрите, босс идет, нет? Туда идет, блядь. Да, идет, блядь.
забафаться успеем. Так, а ну сохуя паладина. Ну, позволяет. Все, я говорить не буду, вы там сами раздупляетесь, типа. Все основное вы видели. А, ты в ДЦ был? Тогда оставайся в ДЦ. Ну, нам не надо привезти. Блять, вот, вот вы не забафанные и не резнутые нихуя, нахуя вы там стоите? Вы свое время проебали сейчас. Бегать бесполезно, умирайте. Давайте, ну думайте как-то, голова у вас, ну что? У нас хули половины в конец еще. Ну вот. Смотрите, вы же в рейде, вы же должны смотреть за рейдом. Ну да, я говорил. Че, визири, я на собрании ему этот иннер не залил за это. За то, что он убежал сов. Все под контролем. Все, давайте фулбаф, она уже в эту сторону пошла. Еще вон кого-то не хватает. Хан бежит с другой. Отхилитесь, отъедайтесь. Может прям тут и будем ее бить? Вроде это большая зона. Да, да. Поздно. Можно стаунтить. Все вместе бегут. Да не. Тут проще, мне кажется, что тогда будет. Даю геру, заливаем мелких. Поставлю на шамана Нарфикса звездочку, пожалуйста. Чтобы рейд стоял во мне. Подожди, я тебя пока не вижу. Ну, по рейд фреймам нажми. Все, под босса стали. Разбойник тоже под босса. Мелких заливайте. Сейчас защитник вылезет. Ферн дает протополадин на него свой стан. Все, стан протополадин. Поехали убить. После протополадина полиполадин на него дает стан. Добивайте. Отошли. Так. Отводи чуть-чуть сюда. Чуть сюда. Поближе к звездочке. Готовься, через 5 секунд будет появление защитника. Все, он уже появился. Сейчас стан. Хорошо, вливаем в него. РДД уже перешли сюда. Пусть после визга перейдете за звездочкой чуть правее.
Все, РДД уже сюда пришли. Великие, готовьтесь приходить. Все пробежали, звездочки. Рано, рано, рано. Добивай там, отлично там. Молодец. Сориентировался. Тут есть 3 секунды появления. Все, стан. ДБМ у меня отстает. Все вливаем в защитника. Перед тем, как он умрет, вар, отведешь его чуть-чуть правее от рейда. Все. Отходи. Плохо. Все выбежали с лужи. Нам придется смещаться в сторону, вот сюда, к звездочке. Потому что места не хватит для всех. Потихонечку смещаемся. Сейчас она АОЕ даст. Лучше уведите оттуда, пока не поздно. Потому что даст фир, блядь, все. Лучше забежите и все подохните, блядь. Проведи босса к звезде. Подходим к шману, к звездочке. Чуть поближе. Вот здесь, в принципе, на ступенечках стоим, все нормально. Мы уже снесли хорошую... Так, все. Я бы, конечно, вару прикинул бы к шаманам. К пати. К шаману, для того, чтобы антифир на них. Но нет, они сейчас снимают антифир, эфир не помещаем. Все, защитника убили. Хорошо. Отлично. Так, 5 секунд. Готовность уже возрождается. Все, он уже появился. Стан. Вливайте все защитника. Отведи влево за ступеньки, отведешь ты этот вар. Можно и так. Там вообще безумная кошатница называется. Мои рейды. Тайну Эдуара. Так, а тут сейчас вылезает. Через 3 секунды уже вылез, сейчас надо будет стан ему дать сразу. Но. Можете забить на мелко, можете забить на защитника этого. Забейте на него. Добивайте босса. 1%. Вы вышли все с этого. Отлично. Отлично. Вах, какая шея на друида. Если бы это была шея.
А, это голова, ты. Она выглядит рыжая. Наебалов. Да-да-да, я тоже посмотрел. Так, сколько там боссов осталось, потому что мне сколько идти надо будет. Сейчас отпишу. Ну, Фрею можете уметь, но там трэш. И там трэш, блядь. А у вас что, хвостатый хил ушел, да? Хвостатый... Но он со старта ушел. Так, вот там, идем, куда идем? Сюда идем. У него там твоя болячка. С компом. Я хз, вот этот проход куда? В оранжерею или нет? Тоже. Оранжерею следующий. Портал. Давай убиваем хранителей, идем в оранжерею жизни на Фрею, убиваем Фрею. Порталы идем. Есть. Есть портал. А, есть портал, ну давайте. Отверни его, отверни. Да, ну давайте это убьем уже. Порталы эти. Фрею мы убьем, а Торма Ходера как там? Ходера можно. Но там, можно. Там сосульки 10% хп остается, если типа не отбежал от сосульки. А, ну нормально. Ну так же бегать и бафы обязательно ловить надо. Все три бафа. Так осталось получается двух боссов, которых мы точно должны убить. А всего сколько осталось? А всего осталось 4. Хераси. Я вот. Думал, только вот 3, там 2, еще 3 может. Нет, 4 хранителя главных. Это Ходер, Торин, Фрея и Мимирон. И осталось 2 тупо босса из босса. Это Йоксарон и Алгалон. И Везакс. 15-20 минут это примерно плюс-минус, как мы уберем Фрею. Это быстро, на самом деле. А у кого алхимия в рейде? Тусните. Отлично, тебе повезло, брат. А можем сделать хитро, можем пойти сейчас убить... А можем убить сначала не Фрею, а Фрею потом, что ты за этим за Ларисом сходил. Там очень вкусный Ларис падает с нее. Только сейчас убьете, чё? Да я имею в виду, чтобы он потом не ливнул после этого босса. А кто ливнул? Кто хочет ливнуть? Прис написал, что у него 15-20 минут. А, так вы трэш еще будете 15 минут 20 чистить. Нет, здесь немного трэша на самом деле. Ага. Сейчас ты босса пульнешь, охуеешь. Их же древние надо убить. С древними. Так я знаю, тут древние. По сравнению с... Хотя, блин. Я все, у меня идет проекция на, проецирую на ЛК контент, который я играл. То есть 3.3.5, а не 3.0.1, 3.1.3. Да, 1, ты имей в виду, что тут нет ДПС, нет ХПС, ничего нету, нихуя нету. ХП у вас. Да, мне к этому привыкнуть надо. Я стою, я жму по привычке, когда я в ульдара как хожу. Одна рука на цепной стреле, вторая рука в носу, и все, и так весь... Ну, а тут жестко будет. Вот сейчас вы трэш пачку пару пачек убьете и спулите вот этого зеленого первого и вайпнитесь на нем, блядь. Ты про защитника говоришь? Да. Ну. Так, ну пойдем в три хила, тем не менее. Там, там такая фишка, у него отражение урона есть. У Фрей 2 ляма, но дело-то не в двух лямах. А дело в бафе, который на ней. Она себя хилит на... Нет, мы ее под гер не убьем. Там я объясню, в чем тактика, какой смысл. Вы трэш пуляете, что вы стоите? Пуляйте танки, я не знаю, что танки стоят. Может, ну, типа на трэш не надо, наверное, раньше делать. Я уже написал, что я тут в первый раз, кого пулять, не пулять. Просто пачка трэша. Ну. А, ну да, человек просто тоже не знает, я бы тоже стоял бы и не знал. Сейчас еще выпадутся, можете на трэше на следующем. Там энд грозу вызывает, там спокойствие кастует, хилку кастует. Этот кентавр кастует, блядь, яд на всех. Он очень жестко дамажит. Короче, жестко будет. А, есть, секундочку, прист. Так и остался в этом в ДЦ или нет? Нет, ну шипа. Блин, я просто хотел отойти на минуту буквально. Похилишь минуту соло, турбоёжик, пожалуйста.
Какие ты добрые. Всем спасибо, я отошел на минуту. На этот им поставлю. Все, я сейчас ставлю тотем через... Да, все, сейчас ставлю, потому что тоже сухой уже турбьёшь. А, я... Ебать, я понял, турбьёшь, это ж Соник. А, ты Саурошку знаешь, да, Маша? Вот. Вот у него я сейчас в гильдии на X5. Ну, а мы вместе с ним на Вармейн ушли, когда X1 развалился. А потом на X5. Да и всем мозг ебал за все. Тоже анбаф закрыл, когда... Ну, анбаф на X1 намного легче, чем на X5. Вы что-что, это прям... Силка сложнее, чем на X1. Кто бы еще не говорил. Ладно, подходите все. Так, где Фрея, я не вижу. Чтобы не наступить на нее случайно. Все вижу. Извиняюсь. В общем. Отсюда будем пулять, хорошо. Объясняет тактику на босса. На боссе будет 150 стаков. Да, дайте, пожалуйста, рибаф, там кто-то падал. На... Боссе будет 150 стаков, из-за которых она отхиливается, поэтому по ней дамажить смысла абсолютно нету. То есть РДД курят. Через некоторые промежутки времени, я сейчас вам буду тактику рассказывать именно на 25-ку, потому что 10-ка никогда в жизни не было, не знаю, чем отличается именно конкретно по боссам. В общем, будут на определенное количество времени вылезать боссы. Не боссы, а трэш, точнее. Если будет вылезать один большой... Да, один трэй и все. Если будет вылезать один большой, типа, древень такой, должны его тупо заливать. Танк, который берет, протовар у нас будет на трэше. Танк просто его отводит чуть в сторону, РДД заливают. Но учитывайте, что он вешает по всему рейду сало. Для того, чтобы сало не сбить сало себя, вам надо будет стать под грибочки. Здесь по всей площадке будут вылезать мухоморы. Просто под мухоморы зашли, как в этом, как в Анкахете. Вот там этот босс второй, примерно похоже что-то. А второй тип мобов, это будут два или три элементаля, или вообще один, не знаю сколько, в десятке. Мне кажется, три, два. Их надо... Три. Залить одновременно надо. Да, их надо залить одновременно. Они, в принципе, ничем не опасны, кроме того, что их надо залить одновременно, потому что в противном случае они резнутся. И мелкий трэш, вот насчет него... Да, мелкий трэш, от него милики должны сразу же убегать, потому что он шотает при столкновении. И нам надо просто его залить. Нет, он не шотает при столкновении, он бьет очень мало. Если он таунтится, то он цель очень каждую 3 секунды меняет. И их нужно убивать по одному. То есть выбрали один, зерганули. Если взорвете 3-4 сразу, то они взорвутся. Вокруг себя на 15-20 метров они взрываются. Тысячи по 4 в десятке они бьют. А, вот так? Да. А, потому что, ну, я как бы не ходил в актуале. И мы просто всех заливали, поэтому, наверное, не взрывались. Интересно. Ну, что это так мобов? Нам на него насрать? Ты, ну, на противаре держишь его, так мобов, по идее, да? Или нет? Имеется в виду тот, который может прибежать, вот, сзади. Сейчас за спиной стоит пак мобов, его сливать или на него наставить? Лучше слить. Нет, все, мы уже всех слили. Ну, не смотрите, надо. Как вам ходить удобно будет, нет? Не на... Да нет, зачем, они очень далеко стоят. Забейте, мы почти слили только те нужные, чтобы дойти до хранителей, чтобы хранмод отключить. Вот и все, а остальные пускай стоят, ничего не сделают. В принципе, все понятно. Есть три вида монстров. Один дает сало, прячемся под грибками. Второй заливаем одновременно, а третьих просто бьем по одному. У нас ставится метку, и ну, чтобы все свечи именно по метке. Вот и вся тактика.
Когда на боссе будет сколько здесь? Подскажи, вот, ну, уже, наверное, стаков 30 можно будет бить. Можно бить, когда 6 волн пройдет, когда все стаки спадут. А, то есть там 5 стаков такое не катит, да? Ну, блядь, смысла нет, трэш выйдет, пизды даст. Ну, согласен, 6 стаков, все 6 волн пройдет, все стаки пропадут. Так что, давай РЧ и поехали. Я буду вам анонсить, какие выходят, куда бежать, что делать, более-менее. Все, если все готовы, тогда танк пуляйте. Все, сейчас... Блин, надо... Я не подумал, надо, конечно, было спекнуть друидов хила. Потому что здесь особо не надо дамажить вообще первую фазу. Вот хилить жестко. Так, смотрите, дерево, все побежали под грибочки, под мухоморы. Босс еще будет вызывать ветку. Ветку будет вызывать зеленую. Она отхилит моба, если вырастет. Вот зеленую ветку надо убить. Убейте ее. Она отхилит моба на 30%, если ее не убить. Угу. Все, пока не убили босс, ну типа не убили пока энтого энта, старайтесь всегда под грибами. Бегайте, они там постоянно растут, пропадают. Под маленькие эти. Да, под маленькие, которые вырастают. Которые уже становятся меньше, смысла нету. Они сейчас пропадут. А как вы хули паладин с этим? Дайте быстро по хули палу БР. Прожму прожимки свои. Так, вылезла кто это? Это три элементария, их надо залить одновременно. Сзади дерево слили. Все, не надо уже под грибами стоять. А, мы его не добили? Блин, я не заметил. Ну да, вот так вот. Нам, нет, мы сделали неправильно, что нам надо было в три хила идти. Я говорю, я... жестко здесь, жестко. Да, да. Здесь не хватает одного человека, это уже защитники. Тут все жестко, и ДПС, и ХПС, я же говорю, все очень сложно. Ну, на хранителя, да. Ладно, на следующем рейде буду готов к этому фигню. К этой фигне. Короче, по плану, четверг Накс, если в четверг бодрый рейд будет, на что я очень сильно надеюсь, а то я устал по 40 минут рейды собирать, постараемся Накс вместе с ОС-кой пройти. Ну, насчет ОКа не знаю, если в конце только, это меньший приоритет инста. Ну, ОКа, оно тоже простое, но там на дракончиках надо похилить. Вот шмот полутаем, ну а в пятницу там посмотрим. Если мы в четверг все вывезем, три рейда, то в пятницу, возможно, десятки пойдем. Потом донесем какой-нибудь день. Ну, я завтра только к 8 смогу подойти, потому что у меня сезон вечером рабочий. Как хочешь, как можешь, так подходи. Мы соберем из тех, кто будет. Не, ну, потому что если там будет вариант 24, слота, чтобы идти пока. Посмотрим, ну, как будет по онлайну. Ну что, всем спасибо за рейтинг. Нормально полутал. Спасибо. Нормально полутал, блин.